Буэнос-диэс, братва. Ядерный рассвет назрет ваши экраны, это значит, что... Да, мы с тобой продолжаем проходить God of War. Мы оставили... Хельхейм, ну надо же! Как ты, брат? Я сделаю, что должен. Отстань. Как скажешь. Бдзз, нахуй. Самоходная лодка, нихуя себе. Типа ты неси меня, река. Да что за бдз... Чё за мультик? Знаешь, я все-таки вот одного не понимаю, что сподвигло его поселиться в ебенях собачьих. Просто какой-то медвежий угол нашел себе, но его и там нашли. И вот у меня лично пока, я предполагаю, что я где-то на середине процесса. И у меня сразу два вопроса. Первое. За какие заслуги его хотят кончить? И второе. Какого все-таки хуя он отселился? Спрятался хер пойми где и так далее. Ну и, как говорится, вопрос менее важный. Когда ж он, блядь, расскажет пацану, что тот не просто пацан? Не знаю, как его обозвать, вот честно. Полубог, там, сын бога, еще как-нибудь. Я хуй знает, я не слишком силен в мифологии, но тем не менее... Так, куда педалировать-то? Так, одному гучу сломали. Берегись сзади! Да вижу, ёпты. Хуя мне тут подсказчик. Ах, ты ж ебаный глушитель.
Ты чё там хрюкнул, блин? Капитан, уровень нахрюка падает, мы в говне. Да уж, погодка, конечно, не в рот ее ебать. Чё-то он там зарыл какое-то оружие, я так вангую. Какой-нибудь, я не знаю, не урод ебательский клинок хаоса или что-нибудь в этом духе. Ёптать, вот это няшка! Вот это вкуснота! Бля, по-моему, даже вот такие вот одноручные топорики ему идут больше, чем Левиафан. Чё происходит? Нигде ты не спрячешься, спартанец. Ты можешь сколько угодно пытаться убежать от правды. Это ничего не изменит. Цепи? Ты можешь притворяться кем угодно. Учителем, мужем, отцом. Но есть одна бесспорная истина, от которой ты не уйдешь. Ты не изменишься. Ты навсегда останешься чудовищем. Знаю. Но я больше не твое чудовище. Что годно эти клинки. Ух, нихера себе, чё я могу-ка. Так, а как я сменил оружие? Не нахер. А, на двойку. Конечно, оружие стихии холода им нихера урона не наносит. Ясен пень. Вот так. Эти клинки весьма пригодятся в Хельхейме. Я, кстати, вижу дверь в мир между мирами прямо около твоего дома. Срежем путь к кочующему храму, а потом в Хельхейм. Заебись. А где дверь-то? А, вон она.
Сейчас, ребятки, небольшой альтапчик. А, все нормас. Так. Ну, там ты говорил явно не со мной. Ты случаем не хочешь ничего мне рассказать? По части хранения секретов мне нет равных. Если что, обращайся. Кстати, я уже понял, что ты грек. Афина, надо же так проколоться. Тебя воняет странной магией. 14 сисек. Нет. И не бывать этому. Сынок, это мы с братом создали Мьёльнир для большого тупица. Я в качестве разбираюсь. И это славная работа. А где мелкий засранец? Он нездоров. Да ну, что случилось? Асы? Нет, это моя вина. И теперь я должен все исправить. Вот ведь. Ну, всем нам приходится платить по счетам, да? Как я могу ему помочь? Я ведь умелый. Хочешь, пойду с тобой? Нет. Твоя работа здесь. Я сам. Ладно. А, вредный хуй. Куда ты собрался? В мир мертвых. Хельхейм! Ха, дело серьезное. Я за тобой пригляжу. Пригодится. Раз у тебя есть путевая руна Хельхейма, такой вариант будет на столе. Ебать мой хуй, что за приключение-то намечается. Знаешь, с одной стороны, я говорил об этом, когда заканчивал записывать Control, то что, блять, современные игры это то еще кинище. Но с другой стороны, кинище-то охуенное, согласись. Я думаю, ты вряд ли скажешь что-то не в ту сторону в этом плане. Потому что, ну,
сколько вот более-менее современных игр я не видел, не считая там каких-то ремейков, продолжений и тому подобного. Они все такие. Если что, я прикрою. Да не ссы ты керосином, и без тебя справлюсь. В любом случае, скажу, твой план безумен. Даже Один не может вынести стул. Так что, надеюсь, твои клинки не пробьют. Это и есть тот самый мост? Нет, мы все еще на мосту, который тянется меж мирами. А нужен нам мост проклятых. По нему умершие идут в Хельхейм. Куда их пропускает хранитель моста, кого мы ищем. Просто иди вперед. Так мы придем куда надо. Я надеялся больше никогда сюда не попасть. Это что, типа местная терборона? Используй огонь клинков, чтобы сжечь кусты преграды. Видишь, одна из причин, по которым мы вернулись за мечами. А вот это уже территориальные батальоны подъехали. Ну да ладно, сейчас устроим чугунирование. Я не знаю, в какой именно день ты это видео смотришь, но записан был 22 апреля 22 года. Я даже не знаю, когда примерно он должен выйти. Без валькирий некому судить и отбирать мертвых, и все попадают сюда. Заперто. Что теперь? Давайте думать, господа. Не, не варик. Точно, кустики. Я ж могу кусты палить. Значит, должен быть обход. Он и в гору не пойдет, он там на льне ебанет. Ла-л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 а. Разбойники, что мы убили рядом с моим домом, оказались тут. Как они вернулись так быстро? Время в разных мирах течет по-разному, особенно если речь о мире духов. Как свет Альфхейма? Как раз наоборот. Озеро душ течет быстрее, чем время в Альфхейме, но время в Хеле идет медленнее, чем в Мидгарде. Это, конечно, запутанно. Это хорошо. Значит, быстрее вернемся к сыну. А, быстро схватываешь. Где-то можно прыгнуть, я думаю.
Нахуя нам эти ландыши? Мы забрались в камыши, наебались от души. Нахуя нам эти ландыши? Я все-таки нихуя не понимаю. В славном бою. Хель же для тех, кто умер бесславно. Преступников. Да, ну и для тех, кто умер от болезней и старости. Разве стареть это бесславие? Ну, никогда ведь не поздно взять в руки оружие. Так, а нахуй сюда забрался-то, а? Ладно, полезли так. Смерть хранителя моста поможет мертвым покинуть Мидгард? Не думаю. Хотя и вреда особого от этого, полагаю, не будет. А еще живым будет проще попасть в сердце Хельхейма. Только вот какой безумец туда полезет по своей воле? Я полезу. Ну, уже в следующий раз. Спасибо всем, кто смотрел. Луис, пиписька и до свидания. Увидимся в следующем видосе.